да, в Лондон, когда приезжает команда Лестер в последние 10 раз. Но сегодня они могут сократить это отставание до 8. Меня зовут Денис Качанов, и я вместе с вами буду наблюдать за этим матчем, который уже начался. Это на 2-1 в гостях. Ну и похожий же со последним домашним матчем удар и подбор вновь за Челси. И это пауза для того, чтобы Ковачич, 22-й Виллион, 11-й Педро и 10-й Эден Азар играет и сегодня. Азар в роли ложной девятки, ну а Виллиан и Педро с флангов. И этого клуба он один из тех лидеров чемпионского Лестера, который у Давида Луиса. Да, ну и Каспер Шмейхель здесь застрял. Вот такого не позволяли, чтобы они не позволяли делать заспи. Дожидается Чилвелла, Чилвелл простреливает, и Жоржиньо здесь помогает своим 1-1. И по пенальти Лестер был слабее. И в том матче футбол, который Челси предлагает, и тот контроль, который есть у Челси. И вот она плотность, которую в том числе и Чигури организует. Чигури — футболист центра поля, футболист опорной зоны. Он помогает двум. Он сейчас против Педро играет. Пропускает мяч Магуайру, и тот страхует Альдикон и Инсини. Вот сейчас Педро с фланга, прострел низом, шире играет бельгиец. Далеко это, отсюда прострел низом, ну, верхом. Классный пас на третьего, третьим Рикардо оказался, и первый главой. Сейчас все нормально, Мэдисон подает в центр штрафной, и здесь Давид Луис. Рикардо мяч возвращает. Не такие памятные, как первые, когда он только перешел в Челси. Вообще только от него зависит. Классная атака Лестера. Чилвелл. Там Уэс Морган не ушел, и удается нанести удар даже капитану Лестера. Но не точный удар. Это подача в касание. Пока что в этом сезоне. Жоржиньо мячом. Педро. Ковачич. Удар выше ворот. Да, приковано. В этом сезоне оно особенное, так как... Что, угловым отвечает. Пас классный от Давида Луиса. Канте смеет сзади брать. Но есть отдельные личности у лондонцев. Рюдигер. И Варди. Виллиан вновь на ближнюю штангу. И куда опаснее на сей раз. Подсечка от Педро. И Давид Луис. Отобрать мяч. И отдать 2-3 точные передачи. Виллиан. Подача на Давида Луиса. Там два игрока Лестера в позиционном нападении. Марк Салонс. Прострел. Должен приспособиться к тем идеям, которые клуб Пиэль прививает всей команде. Разговоры о будущем Клода Пиэля, конечно же, отошли на второй план. Ему нужно, чтобы все его мысли прижились в новом клубе. Мэдисон, второй главой Лестера, на ближнюю штангу на сей раз. Играют одни игроки, не играют другие, которые вкладываются на тренировках. И... только до конца этого календарного года. Ну или... Азар и линии. Спеликуэта. Канте. Педро. Он хромал минутой ранее. Сейчас отдает передачу штрафную. Жоржиньо. Уже в чужой штрафной они. Удар наносит Аспеликуэта. Высоко. Лестер владеет мячом. Чидури. Олбрайта на фланг, и отсюда подача. Выполняет. Забивает с угловой. Всего один мяч в этом сезоне. Канте, Азар сюда пришел. Азар, вокруг него 5 футболистов Лестер. Лучший бомбардир наряду с Варди. Дачи я просто не вовремя стартовал. Но Парис Менди больше. Это значит, что какие-то свободные зоны образуются за спинами оборонительных игроков. И вот на первая желтая карточка. А, Ндиди. Ндиди ее получает. Ндиди был в центре поля. Азар вокруг него снова. Огромная толпа. Вот это свита вокруг Азара. И...
Педро. Один в один, конечно же, он обыграет, поэтому здесь же Ндиди. Азар умудряется выполнить подачу. Ой-ой-ой, как мяч проскакивает. Азар! Перекладина! Вот либо скорость передвижения мяча, либо случай, неожиданность, как сейчас. Ну, вроде все контролировал Магуайр. Жоржиньо, Педро, Канте. В движении находился Франк. Одно-два максимум касания. Штрафную через их количество. Седьмая минута игры. Эден Азар. Легкая подача на дальний фланг. Маркос Албриснге. Защитников Челси. Магуайр против Виллиан против него. Чилвелл подставляется. Пунсен сейчас мячом. Мэдисон. Есть возможность для принятия решений. Ну что, все время было на ближнюю. Сейчас центр штрафной. Здесь Давид умудряется нанести еще один удар. Арисабалага. Кепа Арисабалага на 41-й минуте игры спасает Челси после удара Анинен Диди. Тихой сапою подкрался Лестер к чужой шлику от ворот. Азар. Рикардо против него. Азар отдает передачу назад. В матче Давид Луис в чемпионате Англии не играл. Было это против Вулверхэмптона. Тогда Виллиан справа. Давид Луис налево отдает передачу на Маркоса Аталунач. И это тоже одно из недопониманий, которое внутри Лестер. Жоржиньо заброс за спиной одной зоны. Отсюда прострел низом. Ковачич! Рикардо и... Дальний удар. Подача. Нужно расставаться мячом. Педро под удар Ковачичу. Тут еще дальше на Виллиана. Виллиан! Ну вот так. Классная контратака Челси завершается. Подача. Ну, Морган здесь, конечно же, сильнее. Жоржини бьет. Каспер Шмехи. Назад отбрасывает Азару. Получает мяч пяткой. Смотрим игру на Стэмфорд-Бридж дальше. Возвращаемся на... Лагерь. Самый опасный момент Челси создал вот этот молодой человек из Бельгии, Эден Азар. Замен нет. Так что с состава Челси такой могучий. Гарри Магуайр. Канте пробирается и передача. Да, вроде и помогла Канте пробраться. Угловой Олбрайтон. Всего лишь аут. Главный тренер, главный судья сегодняшней встречи Лип Роберт в отбор. А вот сейчас снова пауза. В интенсивность игроков Челси он проскакивает. И Мэдисон обнаруживает в свободной зоне. Мэдисон катит на Варди. Варди удар! 1-0! Джейми Варди! 250-я игра за Лестер. И он в ней, конечно же, забивает. И забивает в ворота Челси. Начинают гости. Каспер Шмейхель. Пасных. Челси. Очень разношерстная. Здесь есть люди, которые... Пятерки. Челси. Все развязано. Много есть вариантов у него. Против него персонально никто не играет. Сложно. Очень плотно контролирует свои зоны. У своей штрафной. Виллиан. Ну вот как. Тем более при наличии такого вратаря, как Каспер Шмейхель. Основы касается не только стартового сочетания, но вообще по ходу матча. Это, конечно, не... Педро. И Чилвелл здорово в отборе. Не заметить часто с мячом или в отборе, но само его присутствие. Попытку паса не получается. Классный пас на Азара. Азар штрафной. Азар будет бить. Сос этого преимущества Челси хватило. Преимущество кадрового на левом фланге.
Аза очень мягко принимает на грудь. Взглядом буквально от одного уходит. А там второй и там же стоящая. И у Лестера она есть. Она сейчас простреливает Мэдисон. Здорово на опережение игр. В 2017 еще весной Лестер выигрывал. 10 игр в Лондоне без побед. Против всех команд.